Всем привет, это Два Койота. И у нас для вас куча хороших новостей. Do you have a nearest cafe or restaurant? Yeah. Stay and wait. Let me go to the thing. Привет! Сейчас мы покажем нашу койотскую нору в Мерисе, на Шри-Ланке. Итак, это рум-тур. Достаточно просторная комната. Давайте посмотрим на санузел. Большой санузел, новая сантехника, новый душ, все чистенько. Полочки для вещей, диванчик, холодильник, сейф. Две кровати. Ну, separate bed не было с раздельными кроватями, поэтому только такой вариант. Ну, смотрите, какой он шикарный, короче. Какой балкон, тут можно йогой заниматься вообще, целиком. Смотри, какие. Значит, вот там уже за теми пальмами будет пляж. Итак, смотрите, здесь можно чилиться, попивать соки. Я узнал цены, скоро вам расскажу про все цены. Сейчас на март 2022 года. И теперь нам нужно отдохнуть и исследовать все это койотское место. До каждых закоулочков, да под каждый камень залезет своим койотским носом Серега и Даня. Это Два Койота. Итак, самый главный вопрос, который мы хотели ответить себе. Умерли ли авторские туры и насколько реально сейчас ездить, зачилиться где-нибудь на Шри-Ланке или на Мальдивах в 2022 году, с учетом всех диких событий, которые происходят. Итак, первая хорошая новость. На Шри-Ланке работают карты UnionPay. Конкретно Россельхозбанка. Чуть попозже мы расскажем вам, работают ли карты Почта Банка, которые мы успели сделать пластик перед поездкой на Шри-Ланку. Мы купили себе сим-карты, и сим-карты нужно брать Диалог, местная компания, которая достаточно хорошую связь делает, но все равно в целом интернет не такой быстрый, как, к примеру, на Бали. Ну, в целом вот достаточно. Карта Диалог стоит 1100 рублей на наши деньги. Я вам буду сейчас говорить все в наших рублях. Итак, тарелка фруктов, манго, 4 манго порезанные и почищенные, стоят на наши деньги 150 рублей. Ужин на побережье, хорошая свежая рыба, мы вам сейчас кадры дадим, короче, будет где-то стоит вроде 1000 рублей с человека. Местная еда, там есть такие шведские столы, которые ты просто набираешь, там целую тарелку, выходит 250-500 рублей, смотря какое место. Но еда в целом не очень хорошая и невкусная, надо искать по TripAdvisor или по советам и по рекомендации друзей. Вот нам сегодня эту хорошую кафешку подскажут, и мы пойдем и посмотрим, как там. Вчера ужин был великолепен, но вот этот шведский стол мне не понравился. 250 рублей, там был коричневый рис, обычный рис, можно было взять джекфрут, манго, какое-то тушеное, кокосовый чатни. Что плохо на Шри-Ланке, так это постоянно везде лукс добавляет. Так же, как в Индии, постоянно везде чили. Поэтому дал был с чили, он был очень острый. Для меня это неприемлемо, что в Индии, что здесь очень острая еда, и везде этот лукс уют. И не очень вкусно готовят. Итак, поэтому в день вам понадобится от 500 до 2000 от ваших аппетитов в среднем на еду. Конкретно по Шри-Ланке, что вам нужно, чтобы приехать? Для того, чтобы приехать, вам нужен COVID-сертификат спутника со сроком последней фазы более чем 14 дней. И вас при посадке в авиакомпанию спросят обязательно этот сертификат. Анкеты здоровья, ПЦР-тесты не спрашивают. Мы летели конкретно катарами. То же самое, наш клиент летел шри-ланкийскими авиалиниями. То же самое, не спрашивали ПЦР, посмотрели сертификат и посадили. На пересадке в Катарах мы летели с пересадкой. Не проверяли ни ПЦР, ни сертификат спутник, не проверяли ничего, просто мы узнали, какие ворота, и пересели спокойно. Обязательно важный момент, в Катарах Россельхозбанк не сработал, на Шри-Ланке сработал, в Катарах не сработал, поэтому берите только кэш, можно поменять и расплачиваться кэшем, но очень дорогие цены, примерно покушать 3-5 тысяч рублей на наши деньги в Катарах при пересадке. И цены очень дорогие с учетом курса, примерно 120-130 рублей за доллар, я вам сейчас говорю, на март 2022 года. Поехали дальше. На Шри-Ланке по прилету вам нужно взять на месте визу, потому что онлайн сейчас вы не можете оплатить визу. Из России так наши карточки не работают, в том числе Россельхозбанк UnionPay. Нельзя оплатить визу онлайн. Она спокойно оформляется за одну минуту по прилету прямо на выходе перед багажом.
$40 платите и оформляется виза. Страховку мы не нашли, где оформлять в аэропорту. Сказали, что это нужно выезжать и оформлять наружу. Я не знаю, как работают сейчас страховки Тинькофф и Альфа-Банк, потому что оплачивать, я не знаю, как они будут связываться. Нам рекомендовали взять какую-то еще одну страховку. Но, в общем, по страховкам пока ситуация непонятна. Далее, что нужно сделать? Показать сертификаты здоровья, которые оформляются онлайн. Куда загружается ваш билет, ваш ковидный сертификат «Спутник». И кроме того, что вам нужно взять визу, вы показываете также сертификат Health Declaration, сертификат здоровья. И обязательно там такие QR-коды, вас просто прочекают и все. И вы спокойно дальше выходите. Далее, что можно сделать? Сегодня мы проверим, и поэтому смотрите за нами дальше, можно ли снять кэш с нашей карточки UnionPay Россельхозбанка. И сегодня мы вам расскажем, сколько стоит просто развлечения и экскурсии сейчас с учетом курса рубля. Завтра мы планируем поехать в Гале, это рядом с Мирисой, красивый городочек, и подняться на маяк. И информация по коптерам. Нам ребята подсказали, ссылочку можем скинуть вам в личку. Регистрировать коптер обязательно. Стоит это примерно 7000 рублей на наши деньги, использование коптера на Шри-Ланке. Пока все у меня на сегодня. Будьте на связи, это два койота. Что, сильно зеленый? Ну, может быть, чуть зеленый. Надо научиться разбираться в местных мангах. Это дофига. Он успеет. Посмотрим местные цены на фрукты и еду. Кокосик стоит 1,40 рублей. 1,40. Вот это стоит 9 рублей. Авокадика стоит, ну, по 300 рублей. 300 рублей килограмм. Ананас стоит 160 рублей за килограмм. 50 рублей килограмм. Папайя, вот папайя стоит 170 рублей килограмм. Бананы стоят тоже 170 рублей килограмм. Вот можем набрать наборчик и потом сказать, все в итоге сколько вышло. Слик, кокосовое масло всего 30 рублей в консервированной банке. Машься, не хочу. 30 рублей. Всем привет, это два койота. Момент истины настал. Сейчас мы узнаем, можно ли снять деньги с банкомата на Шри-Ланке из карты Россельхозбанк UnionPay. Отвернись, подглядываешь на пин-коды. Sorry, система не работает. Найдем еще мы такой банкомат. Найдем. Обязательно проверим, у вас будет самая полезная информация. Вот и наша койотская берлога. Мы живем на втором этаже, а йогу на крыше делаем. Завтра будет йога. У нас хорошо, здесь гора, она сразу солнце не стоит, она загораживает. И можно в 6 спокойно заниматься в тенечке. Очень койотское место, смотрите, здесь прикольная чилаут зона. Здесь можно гасить, поиграть в бильярд, качнуть бицуху и зачилить с джусом, а там в теннис поиграть. Все для вашего отдыха. Еще это. Всем привет, и мы решили отведать местных морских блюд. Тайгер, yes? Тайгер, королевские креветки стоят, короче, 1001 вместе с гарниром, это 500 рублей всего. Рыбка стоит, короче, 3,5. Большая, это будет где-то 1700, можно на двоих брать. Или маленькая, 2,5 стоит. Ну, тут как бы надо смотреть, какой у вас аппетит. Это все будет с гарниром. Так, вот это блюдо королевская креветка стоит всего лишь 1000 шри-ланкийских рупий, то есть 500 рублей, включая гарниры из салата и картошки, и, естественно, лайм. Проверяем, работает ли UnionPay Россельхозбанка в супермаркете. Вот пока какие-то терминалы есть. На этом не пошел оплатеж. Хотя мы в аэропорту купили сим-карту.
У меня отличная новость. У нас наконец-то заработала российская карточка Union Pay Россельхозбанка не только в аэропорту, но и в магазине, в супермаркете. Мы сейчас купили себе продуктов и прошел платеж. Правда, она искала долго терминал. То есть на 3 терминал прошел платеж. И это очень хорошая новость. Российские карты работают на Шри-Ланке. Прилетайте к нам, гости.